Добрый день, уважаемые зрители. Мы снова находимся на строительной площадке, где идет полным ходом возведение ПКТБ «Совалмаш». И сегодня мы попросили Ивана, который у нас отвечает за огромное количество работ, это и за производство бетонных работ, за, я так полагаю, даже технический надзор за монтаж блоков цокольного этажа и так далее, рассказать нам, что же происходит сегодня, чем заняты строители и, возможно, что предстоит сделать в ближайшем будущем. Здравствуйте, добрый день. Иван. Да. Добрый день, Александр. Зовут меня Иван, инженер фирмы «Хака Москва». Вот, занимаюсь я отвечаю, скажем так, техническим надзором. Вот, как сказал Александр, по монтажу цокольных панелей, подсыпке грунта, уплотнению грунта, железобетонных конструкций, которые вы видели уже, лестничных маршек, клеток. За всем этим смотрим. На данный момент у нас состоялся монтаж металлоконструкции, которые вы видели. Вот. Сейчас идет подливка основания. Вот. Идет монтаж опалубки ее, монтаж подливки, который вы увидите. Вот. И работа продолжается. Ну, может быть, поподробнее расскажем сразу о подливке, зачем это нужно, как это происходит, и более подробно остановимся на этом процессе. Я думаю, нашим зрителям интересны нюансы и тонкости, связанные с строительством. Да, когда конструкции сделаны, вы можете их видеть, они стоят на так называемых шпильках. Шпильки закреплены, и она только на них стоит. Эту конструкцию надо укрепить. И укрепляем ее с помощью подливок. Специальная подливка, которая идет здесь, была заказана, завезена на объект. Для этого основание было почищено, промыто водой. Затем сделана деревянная опалубка, установлена сюда. И этот процесс сразу заливается непрерывно рядом с этим местом. Размешивается миксером и подливается. Затем это все разбирается после того, как бетон набрал прочность. И начинается уход за бетоном. В такую жару, как сегодня, да, это 30 градусов, бетон быстро сохнет. Поэтому постоянно увлажняют водой, чтобы не было растрескивания. Это мы можем посмотреть уже на других бетонах, где уже подливка уже была сделана. Наверное, здесь? Да, здесь уже опалубка была снята. А вот. То есть фактически это конечный продукт, так должно это и выглядеть, и больше с этим ничего делать не нужно. Или еще какие-то технологические Нет, процессы? На данный момент это уже сделано, готовый продукт. Вот. Потом это все войдет, это отметка минус 200, вот это будет примерно чистый пол. Это будет все залито бетоном, но уже будет в теле пола. Поэтому будет еще крепче стоять. А зачем она нужна? Почему нельзя изначально поставить сразу балку на основание? Основание вымеряется, балка должна стоять строго в горизонте, да? Отметка должна быть выверена, и это делается только за счет гаек, которые под ней стоят, они вымеряются нивелиром в отметочку, и только после этого заливается. То есть бетон до такой отметки сложно сделать. Ну, то есть фактически это возможность некой подгонки, регулировки? Да, подгонки, регулировки, все правильно. Чтобы здание стояло ровно, вертикально и горизонтально, как мы любим строить. Вертикально и горизонтально. И это замечательно. Вопрос возникает следующего характера. Мы видим, что огромное количество профлиста разложено на нашем втором этаже. И зачем это происходит? В принципе, я понимаю, что это для формирования бетонных перекрытий, но, может быть, чуть подробнее о том, как процесс будет происходить. Да, сейчас ваши подрядчики «Астрон» укладывают профлист. Вот, укладывают также направляющие по периметру. В этот профлист будет укладываться арматура. И эта арматура, по этой арматуре будет заливаться бетон в процессе, из которого будет, в принципе, формироваться основание пола, которое будет заливаться поверх еще стяжка, и будет уже чистовой пол. Ну, то есть фактически это тот пол, по которому мы уже сможем перемещать и оборудование, и необходимую технику. Уже и оборудование, и технику все можно будет перемещать. А как долго
пол будет набирать прочность, и можно будет уже начинать пользоваться. Это долгий вообще процесс или нет? Процесс это недолгий. То есть укладка арматуры и заливка бетона, укладка бетонной смеси, это происходит быстро. Но есть технологический процесс самого бетона, твердение бетона. То есть он набирает там в первые 5 суток около там 50%, потом все-таки нужно ему отстояться порядка 28 суток, чтобы он набрал 100% прочности. После чего можно уже укладывать или чистовой пол, или как ну, по проекту показано, там стяжка и какое-то покрытие, которое уже будет чистовым. Вот за нами мы можем наблюдать определенные конструкции. Насколько я понимаю, это лифтовые шахты. Вот, может да. быть, поподробнее расскажете о них, как это происходит формирование, где отметка пола. Вот, больше информации. Нам нужно больше информации. Вот смотрите, перед вами сейчас стоит лестничный марш. То есть основа лестничного марша залита на отметке минус 200. Сделаны выпуска. От этих выпусков вяжется арматура. Вы можете сразу видеть вот лихтовые шахты. Тут сформирована уже сетка. Затем вставляется уже внутрь опалубка. Мы можем видеть уже на следующей лестнице. Там сделана внутри опалубка и снаружи. Она закрывается. Делается в уровень, выгоняется все в отметочке. И уже мы сможем завтра наблюдать, как будет процесс укладки бетона в опалубку лестничного марша. А фактически, насколько я понимаю, это все будет расти и подниматься выше. То есть фактически опалубка будет переставляться и, наверное... Да, конечно, это будет все расти. Это только первый этап, скажем так, который выходит от нуля и выше. Все будет расти. Хорошо, очень интересно. По поводу... монтажа плит цокольного этажа. Ну давайте подойдем поближе и посмотрим тогда монтаж цокольных панелей. Монтаж цокольных панелей у нас произошел вчера. Вот. Вы видите уже почти окончательные варианты. Еще нужно будет зачеканивать их, но... Сам процесс монтажа начинается с монтажа блоков, ФБС-ок. ФБС-ки сейчас мы покажем дальше, они укладываются дальше уже, готовятся под очередной монтаж цокольных панелей. Цокольные панели у нас уже стоят здесь, они, сварные швы уже сделаны, идет уже гидроизоляция праймером, вот, зачеканивается уже низ цокольных панелей. Вот, затем будет гидроизоляция в два слоя, и все это будет засыпаться. Правильно засыпаться? Я понимаю, что они уже выставлены в уровень, то есть, соответственно, необходимо только завершить работу, скажем. Да, осталось только уже вспомогательные работы сделать, и все, и можно будет засыпать полы дальше. Ну и опять же, насколько я понимаю, уровень, на котором сейчас, до которого наносится праймер, а в дальнейшем будет производиться гидроизоляция, это и есть уровень земли. Это уровень подсыпки, да, это минус 200, формирование пола будет выше, плюс 200 еще от бетона, на о чем опираются уже колонны. Вот. Здесь будет подсыпаться, то есть уровень пола здесь будет выше. И ясно. Вот. Также эти колонны будут зачеканиваться, как вы видели раньше, подливаться смесью безусадочной. Так что процесс идет. И это не может не радовать. Иван, у нас появляется огромное количество профиля для того, чтобы производить облицовку. Эта тема волнует многих наших зрителей. Они задают свои вопросы касательно того, как это будет, когда это будет, что это будет. Вот можно какие-то комментарии получить на этот счет? Знаете, этот процесс не быстрый, и он только начался. И лучше об этом поговорить попозже, когда уже что-то будет сделано, и можно что-то будет уже показать. Пока что идут предварительные работы. Будем об этом позже говорить. Хорошо. И это будет правильно. Есть ли еще какие-то работы, которые происходят на сегодняшний день, которых, может быть, мы не знаем, или, может быть, они были не закончены, продолжаются? То есть что-то интересное, о чем стоило бы рассказать нашим зрителям. Что у нас продолжается? Продолжается также монтаж фундаментов.
идут дальше монтаж фундаментов. Под них готовятся основания, заливаются также фундаменты, потому что они еще на данный момент не все сделаны. Вот, анкерные группы устанавливаются. Дальше у нас впереди еще есть лестницы, которые также будут возводиться с нулевого этапа. Вот. Работает у нас техника, подсыпается, трамбуется, проверяется опять же все уплотнения, проверяется бетон на прочность, который уже больше 28 суток отстоялся. Вот. Вызываются у нас также лаборатории на это. Процесс идет. Фактически то, что необходимо сделать рутинно на каждодневной основе, мы будем продолжать, пока не дойдем до административно-бытового комплекса. Да, именно так. Продолжаем, продолжаем. Спасибо большое. Исчерпывающий комментарий. Больше не будем вас отвлекать от прямых обязанностей. Да, спасибо. Я думаю, что наши зрители будут довольны. И пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Будем стараться на них отвечать. До новых встреч. До свидания.